Отец наш Небесный, благословенное имя Твое, Ибо милости Твоей полна вся земля, и мы молим Тебя, чтобы исполнилось э, Твое обетование, что Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам. Молим Тебя, чтобы сила Духа Святого и сам Дух Святой наполнял в первую очередь народ Твой, и. Распространялся по всей земле во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так говорит Господь. Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не делать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Ибо так говорит Господь о Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в доме и в стенах, и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на Святую Гору Мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Велик Господь, и я рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, на встрече с Ним сегодня. И приглашаю церковь хвалить Бога и воспевать 132-й гимн «Наполняет сердце радость». В сердце радость и хвалу поют уста. Когда вижу я сквозь дымку голубые небеса. В день субботний, в день отрадный отступает суть. сердца, когда слышу птичек пение, когда вижу солнца луч, исчезают все волнения. О, как мой Господь могуч в день субботний, в день отрадный, Суета, и покой небесный сходит на уставшие сердца. Будем славить в песнопениях мудрость нашего Творца. Вознесем к Нему с благодарные сердца в день субботний, в день отрадный отступает суета и покой небесный сходит на уставшие сердца. Я приглашаю церковь к молитве. Если вы имеете расположение, желание, можете преклониться. Великий и вознесенный выше всего Господь, причина всего сущего. И если бы ты не сотворил никого, то некому было бы противиться тебе. Но по милости твоей даже и сии живы, Здесь же общество людей, которые славят Тебя. Благослови, Господи, и прибудь с нами, Духом Твоим Святым, со всеми, кто будет служить здесь Словом или как иным каким способом. Благослови каждого, кто сидит за звуковым пультом и за камерой. Благослови всех, кто выдает это в интернет-эфир. Благослови всякого человека, который не мог сюда прийти, но по каким-то причинам остался дома или находится в отдалении. Всякий, кто смотрит и внимает словам Твоим на сием богослужении и по всей земле Твоей. Благослови власть имеющих в стране и городе и области, чтобы через них дела Твои совершались на земле». Да будет воля Твоя во всем этом, да прославится имя Твое Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. вернуть меня.

Слующая церковь приглашается к сбору добровольных пожертвований и святых десятин. Книга пророка Даниила, шестая глава, 4 стих. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила в управлении государством, но никак, но никак не могли найти предлога погрешности, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Характеры и поведения и жизнь Даниила точно соответствовали значению его имени Бог мой судья. Он был ответственен перед Богом, ибо Бог был Его судьей. Правители приходили и уходили, менялись политика, но Он не позволял растлению и пороку закрасться в свой характер, независимо от внешних обстоятельств. Он был надежен и внимателен. Для всех нас он остается прекрасным примером того, как нужно жить в изобилии и нужде, в свободе и рабстве. В изменчивом политическом мире мы живем прежде всего для Бога, который видит все наши дела и прекрасно знает, кто мы такие. Будем, подобно Даниилу, оставаться верным Богу во всем, независимо от обстоятельств. Будем жить для Бога, всегда помня о своей ответственности перед Ним. Часть сегодняшних средств будет направлена на проекты конференции. Помолимся. Дорогой Боже, помоги нам, пожалуйста, помнить, что Ты видишь нас и знаешь внутренности наши. Господи, помоги нам быть достойным Тебя и помоги также быть верным в отношении десятин и пожертвований для Тебя и для дела Твоего. Просим у Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. обо мне, дорогая, Мама милая, Бога проси, Чтоб надежда и вера святая Ко Христу бы меня привели. Я в тревоге всегда и повсюду, и иду трудным узким путем радости горель я буду. Ты молись, мама, ночью и днем. Радость может меня растревожить, горе может. Как ветку сломить, но молитва твоя мне поможет. Научиться и жить и любить. Если тяжко мне станет в дороге, если где-то споткнусь, упаду, ослабеют и руки. Напомни, как шел наш Спаситель И проси Иисуса помочь Чтобы стало Христом Прекрасный гимн, правда? Помолись, мама. Но ну, я еще добавил и папа тоже, потому что как важно для наших родных и близких, чтобы мы уже те, кто пришел к Богу, те, кто с Ним заключил завет, те, кто вкусил, как написано в слове Божьем, как благ, как добр, как милости в Господь могли молиться за тех кто еще идет по этому жизненному пути и не нашел еще этой пристани, в которую он должен пристать. Такой кораблик, бороздящий, просторы этого мира. Друзья мои, я хочу внести небольшое изменение в ход нашего служения. Вот благодаря этому гимну, наверное, это произойдет. Я приглашаю церковь, давайте мы помолимся за наш свиток сейчас, а в конце мы помолимся за миссию нашей общины, правда? Потому что такое вдохновение, вот именно молиться за тех, кто дорог и близок нашему сердцу. Может быть, они вслух это не произносят, они не говорят нам, чтобы мы молились о них. Но на самом деле, когда им тяжело, когда они вошли в темноту жизненную, они хотят, чтобы мы за них помолились. Я приглашаю церковь к молитве, дорогие друзья, братья и сестры. Пожалуйста, приглашаю вас, выходите вперед, и мы будем молиться, будем просить, чтобы Господь благословение совершил над Домом Израилевым, над теми словами, которые сказано было Аврааму. Аврааму было сказано, мои братья и сестры, следующие слова. «В семени твоем благословятся все народы». Правильно? Речь, речь не идет о Аврааме и его потомствах, а речь идет о том, что в его семени от Авраама появится некто, в ком благословятся все народы. И дом мой наречется домом молитвы для кого? Для всех. для всех народов, для всех. Поэтому, братья, я приглашаю вас и сестры, давайте поднимем руки к Богу, к небу и будем молиться, просить благословения. Отец Небесный, мы просим Тебя. По великой милости и любви твоей, по богатству славы твоей, по множеству твоих щедрот. Ты любишь миловать, Господь, ты любишь благословлять. Мы просим тебя, Иисус, благослови, пожалуйста, всех тех людей, кого мы написали в этот э, свиток, в этом списке, Господь. Ты знаешь все, о ком мы думаем, о ком мы переживаем. Господь, на э, молитве нашей, на нашей вере, на руках нашей веры, мы, Боже, приносим их тебе и просим. Благослови Отец! Коснись их ума и сердца, благослови их, Отец Небесный, и мы знаем, что у Тебя есть свое время, Боже, когда Ты приходишь, и Ты никогда не торопишься и никогда не опаздываешь. Мы доверяем Тебе, Отец, всецело, пожалуйста, приготовь наших родных и близких, приготовь их разум, приготовь их сердца. И коснись их, Господь, тогда, когда нужно, чтобы они могли принять Тебя как личного Спасителя. Благослови и нас, Господь, стоящих здесь пред Тобою, чтобы мы были открыты для того, чтобы чтобы принимать людей, принимать всех тех, кто приходит в церковь Твою, Господь, кто приходит в дом молитвы Твоей. Во имя Иисуса Христа мы просим обо всем. Верим, Боже, что кровью Своею Ты искупил всех живущих на земле и открыл им врата рая. Мы просим, пожалуйста, благослови ради пролитой крови на Голгофе. Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому, слава, честь и держава во веки веков. Аминь. Да благословит нас Господь, друзья мои. Присаживайтесь. Дорогие братья и сестры, дорогие зрители онлайн трансляции нашего служения, я вас всех приветствую именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится, чтобы сердце наше могло успокоиться и отдохнуть. И какое прекрасное место и возможность вместе нам с вами собраться – и действительно отдохнуть сердцем и душой от земной суеты и прикоснуться к великому, высокому, к духовному. Правда? Пусть Господь нас обильно благословит. Давайте мы с вами попросим благословения, помолимся, попросим Господа, чтобы Он благословил наши глаза, наши уши, наши сердца. И наш язык должен быть благословен Господом. Наш Отец Небесный, мы славим Тебя, Господи, и благодарим. И мы просим Тебя, благослови. Благослови Твоим отеческим благословением святым. Благослови наши уши, слышать только доброе. Благослови наши глаза, видеть только то, что Ты желаешь, чтобы мы видели. Благослови наш язык, говорить такие слова, которые поддерживают, ободряют, одобряют, которые славят Господь Тебя. Да будет имя Господь Твое благословенно на нашем сердце, на нашем разуме, чтобы мы могли вникать в Слово Твое и быть не слушателями забывчивыми, но исполнителями Слова Твоего. Во имя Иисуса Христа молим Тебя обо всем. Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Да благословит нас Господь, друзья мои. Э, ну что ж, в следующую субботу тема проповеди будет называться Друг друга. В следующую субботу вы увидите, насколько это важно. И Бог, э, э, как, это заповедь Господа, это Божье повеление друг друга встречать именно вот таким образом в церкви. Мне сестры говорят, мне, нам не нравится обниматься и целоваться. А я могу сказать, а мне не нравится закон Божий, можно так сказать. Ну и что поделать? Нет, я, я люблю закон Господа. Сегодня же наша тема называется так, друзья мои. Дом мой домом молитвы наречется. Недавно слушая новости по Первому каналу, услышал такую информацию, что где-то на Дальнем Востоке или на Севере одна девочка заболела чумой. То есть обнаружили чуму. Уже более ста лет этого заболевания не существует. Казалось бы, что различных заболеваний. Кто знает, какая страна лидер по долгожительству? Кто первая, лидирующая страна, которая занимает первое место по долгожительству? Япония на втором месте. Нет, какая-то страна такая с удивительным названием, не помню, как она называется, но это небольшая страна, там первое место, они занимают там. Э, э, как? Нет, 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 нет. Э -э ну, они, эта страна также в лидирующих странах. Но первые три страны Россия, так, Россия на каком месте, кто знает, по долгожительству? Не на последнем, но за сотню переваливает. То есть 100, 100 с лишним там, 128 что ли место по долгожительству. Раньше люди умирали очень быстро. В России продолжительность жизни была, можно первый слайдик, очень маленькой, очень небольшой, средняя продолжительность жизни. Здесь, кстати, нарисован э, человек, умирающий с седой бородой, но я хочу вам сказать, что буквально сто лет тому назад в России средняя продолжительность жизни была около 30 лет. 30, 32, 30, 30 копейками. Э, в начале нашего века продолжительность жизни была. 35-40 лет. Вы представляете? И всего за каких-то 50 лет продолжительность жизни в России увеличилась на 50%. То есть сегодня 71, считается, 72 в средней продолжительности жизни в России. Ну, мне кажется, даже это долгожители уже. Я, кстати, в нашей церкви, когда приехал в Нижний Новгород, я увидел, сколько здесь много пожилых людей. И стал возраст спрашивать, там, 70, 80, 90. У нас одна сестра, помните, на автозаводе жила, 100 лет прожила, там 100, 102 или 101 год. Это вообще церковь долгожителей Нижняя. Мы лидеры по долгожительству. Нижняя церковь – это долгожители среди всех адвентистов Волговятского объединения. Ну, по крайней мере, знакомых мне. Редко на столе своем. И вот, наводя порядок в определенный день, вдруг он заметил, что... Там был такой беспорядок, что даже плесень завелась. И прежде чем выкинуть э, пробы, эти пробирки, он проверял их через э, микроскоп и обнаружил случайно, что плесень уничтожает вот этих микробов или инфекцию дифтерии. И он открыл лекарство, которое называется ныне, кто знает как? <свеск> да, в плесени. Он обнаружил, она не всякая плесень, то что если вы думаете, что у вас дома плесень, там э, лекарства, <свеск> вы можете <свеск> заблуждаться. Не во всякой плесени, есть плесень пенициллиновая, в которой именно содержится пенициллин. И было открыто это лекарство. Случайно, случайно было это лекарство открыто, и люди стали выздоравливать, и это заболевание было полностью излечено излечено. Во вторых, в книге во второзаконии, в книге второзакония, 30 глава, 19 текст. Смотрите, что Бог говорит, обращаясь к людям, к нам с вами, к тем, кто жил в прежние века и кто будет жить после нас. Во свидетельство пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я предложил тебе. Благословение и проклятие. Что дальше написано? Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Избери жизнь. Благословение Бог тебе предложил. Тебе Бог предложил благословение и жизнь. Избери благословение и жизнь. У меня вопрос, дорогие братья и сестры: как вы думаете, почему раньше люди умирали рано? По какой причине? Вот мы о том, что мы с вами говорили. По какой причине они рано умирали? Болели, хорошо, ну, но ну, болели и болели. Что им не хватало? Молодцы, друзья мои! Им не хватало элементарно знаний. Исцеление было рядом. Было благословение рядом. Рядом с ними было продолжительность жизни, но им не хватало знания. Из-за недостатка знания они погибали, они умирали. Необразованный, неграмотный человек делает много ошибок и может даже погибнуть. Образованный делает меньше ошибок и быстрее достигает поставленной перед ним цели. Неграмотность, или еще другое слово есть такое, более мягкое или более красивое, невежество, невежество. Давайте мы с вами посмотрим, что это за слово «невежество», что оно обозначает, слово «невежество». Если вы залезете в интернет просторы и просто погуглите это слово, вам выдаст информацию интернет, что это такое. Невежество. Первое невежество, что такое? Недостаток знания, необразованность. Второе, то есть как бы из двух частей состоит невежество. Первое, из недостатка знания. Второе, Отсталость, отсталость, человек отстает, от чего отстает? Вообще от того, что ему предназначено, что ему Бог предопределил, куда его Бог наметил. Согласно словарю Ушакова, отсутствие познаний, отсутствие культуры, отсталость. В другом э -э -э, переводе э -э, словаре Ожегова отсутствие знаний некультурность невежливое поведение. Итак, недостаток знаний не позволял получить или воспользоваться благами, которые их окружали. Я сейчас вам хочу один пример привести. Представьте себе, друзья мои, что мы с вами попали в пустыню. Жара. Плюс, я не знаю, сколько. Это в тени там, наверное, плюс 50. А вы представляете, под лучами раскаленного солнца у вас нету ничего, ни воды, ни еды, кроме одежды, которую вы с собой, ну, каким-то случаем прихватили. Я не знаю, что там у вас из одежды, но у вас оказался... Что у меня случилось с моим пультом? А, нет? Наткнулись вы, вы наткнулись на вот такую грязную лужу с водой вот такую. Можно пить? Я бы не риснул. Я бы не стал ее пить, правда? Но вам деваться некуда. У вас есть с собой какая-то ткань, которая воду не пропускает, или полиэтилена кусок, я не знаю, что-то у вас с собой было. И посуда небольшая, вот такая маленькая кружечка какая-то у вас оказалась. Скажите, пожалуйста, что бы вы сделали, чтобы напиться? Вот что бы вы сделали? Вот так бы вы сделали. А эта тряпка воду не пропускает. Да, что делать? То есть вы или напьетесь такой воды и умрете еще быстрее, чем если бы оставались с неутоленной жаждой. Что нужно сделать? Кто знает? Поднимите руку, кто знает, как остаться живым, если у вас в наличии есть кружка и ткань, которая воду не проводит. Что сделать? Испаритель. Саша говорит. Так, кто еще говорит испаритель? Ага, три человека остались бы живыми. Есть еще кто знает, что такое испаритель? Четыре осталось бы. Учитель химии? Расскажу вам, что нужно сделать. Нужно откопать яму, выложить дно вот из этой непротекаемой ткани, в центр поставить кружку, налить туда воды, вокруг вот этой грязной туда в эту прямо яму, которую вы в кружку положить камень, чтобы она не плавала, и накрыть. Что происходит? Она испаряется в виде пара и по стеночкам стекает и капает куда? В кружечку. И вы получаете стакан, где мой интернет? Вот такой воды. Скажите, кто остался жив в пустыне? Я останусь жив. Саша. Я делиться водой не буду. Вы понимаете? Вместе надо аж одному выпить. Я шучу, конечно. И несколько человек. Почему другие умрут? От жажды или от отравления? Потому что у них нет знания. Вы понимаете, друзья мои? Отсутствие знаний. Или присутствие знаний поможет нам выжить или погибнуть одно из двух. Смотрите, что написано в Библии, что говорит Писание, о чем нам говорит Господь. А, давайте нет, прежде мы с вами еще кое-на что обратим внимание. То есть первое ⁇ это недостаток знаний, а второе ⁇ отсталость. Отсталость или э, невежество, отсталость отсутствие знания приводит к отсталости, и этот может привести людей тоже к агрессивной форме, к агрессивной форме поведения. Вот смотрите, что сегодня происходит в Сирии, когда памятники культуры вахабиты уничтожают, да? Или кто там? Ну, агрессивные люди. ИГИЛ уничтожает памятники культуры. Вы знаете, когда мы говорим, вот они там памятники культуры уничтожают, памятники культуры уничтожают, ну возьмите несколько лет тому назад, десятков, что в России было. То же самое делали. Когда люди, я помню, когда был такой тезис, что любая кухарка может, что делать? Управлять государством, мы с вами вот получили, когда вот всякая кухарка может управлять государством, когда невежественные люди... Вы понимаете, что это не оскорбление, я не хочу, не хочу никого оскорбить, я просто хочу показать, что если у человека не знаний, если у него не грамотности, то его поведение приводит к смерти или к разрушению все, что вокруг него. Поэтому насколько важно быть грамотным человеком, а не отсталым. Смотрите, что сказал Александр Сергеевич Пушкин. «О, сколько нам, Открытие чудных. Кто готовит? Просвещение, Просвещение дух. Вы слышите? Просвещение, грамотность, знание и опыт. Сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг. Итак, нам с вами... Новые открытия приготовлены благодаря знанию и благодаря опыту. Интернационал хочу вам прочитать. Э -э -э гимн. Я думаю, что здесь много тех, кто этот гимн пел. Весь мир насилие мы разрушим до основания. А затем <свят> мы наш, мы новый мир построен. Кто был ничем, тот станет всем. Друзья мои, как вы будете строить, если вы все разрушили, если вы уничтожили весь опыт, а он сын ошибок трудных? Если вы грамотность, знания уничтожили, куда? Куда вы можете прийти? Никуда, к разрухе вы можете прийти. Надо не разрушать, а грамотность помогает сделать выводы. То есть понять, что происходит, принять решение, то есть сделать выводы, грамотное решение принять и действовать в этом направлении. Смотрите, что написано в послании апостола Павла римлянам, 15 глава, 4 стих. Почему многие верующие люди, деноминации многие, не читают Ветхого Завета? Как вы думаете, в чем причина? Почему они Ветхий Завет не читают? Да нет, я не думаю, что они неграмотны. Они считают, что Ветхий Завет им не нужен, что есть Новый Завет, нужно только новый читать. Но смотрите, что сам апостол Павел в послании к римлянам в 15 главе, в 4 тексте пишет: А все, что было написано прежде, написано нам в наставление чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Итак, Ветхий Завет нам дал для того, чтобы мы могли на ошибках или на хороших каких-то примерах прошлого чему-то научиться, чтобы могли возрастать в вере и двигаться вперед. А что же пишет пророк Осия в 4 главе, в 6 тексте? Что нас с вами может подстерегать и ожидать? Открывайте вместе со мной. Оси, 4 глава, 6 текст. Истреблен будет мой народ. По какой причине? От недостатка ведения. Или другое слово, какое вы можете поставить? От недостатка знания. Так как ты отверг ведение, и я отверг тебя от священного, свидетельство действия предо мною. Как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. То есть речь не идет о том, что Бог прямо на самом деле забудет. А речь идет о том, что Бог тебе дает знание, Он дает тебе откровение, а ты его не принимаешь. И по причине того, что ты его не принимаешь, ты погибаешь. Вот я сейчас вам рассказал историю, как надо в пустыне выжить. Вы знаете же теперь, что надо делать? Знаете, это спасет вас. Когда ты попадаешь в определенную ситуацию, это спасает, это дает возможности жить. Элементарные какие-то вещи, но они могут быть э, самыми решительными в ту или иную минуту твоей жизни. Давайте мы подытожим. Невежество или неграмотность может привести к преждевременной смерти или лишению самого себя благ, которые нас окружают. Тот же пенициллин, который у нас вот рядышком. Даже к саморазрушению. То есть невежество может привести нас к саморазрушению. И хочу задать вам вопрос. Мои друзья, мы же верующие люди. Кстати, самая лучшая церковь в мире, я шепотом скажу, это церковь христиан, адвентистов седьмого дня. Потому что я в ней. Нет, я в ней потому что она таковой является, истина в ней, понимаете? Эту церковь Бог создал или вызвал для того, чтобы хранить истину. И если я пришел в эту церковь, значит, мне нужно, мне нужно просвещение, мне нужно откровение, мне нужно понять, что же Бог за истину хранит, как Он ее несет этому миру, как Он ее сохраняет. И у меня вопрос. Можем ли мы, как верующие люди, находиться в состояниях невежества в вопросах Божьего благословения? В Библии написано благословение, жизнь, благословение, жизнь. А мы можем находиться в состоянии невежества в вопросах благословения? Как вы считаете? Можем? Нет, то, что мы не должны, я согласен. Но мы можем находиться в состоянии невежества, потому что мы не знаем. Поэтому, друзья мои, я хочу сегодня тему той проповеди, которую я задумал, дом мой, дома молитвы наречется. Все ли здесь присутствующие и смотрящие интернет-трансляцию вообще понимают, Какие благословения или какие блага приготовлены Богом человеку, который приходит в этот дом? Все ли эти блага принимают? Знают ли они, как себя вести в доме Божьем, что делать, что не делать, для того, чтобы быть благословенным? Знаете вы? Ну так тихо. Не все, вы видите? Понимаете? Мы можем долгое время ходить в церковь, ходить в Дом Божий, но до конца не понимать. А благо могут находиться, как пенициллин рядом с нами. А мы лекарством не пользуемся. И болеем, и болеем, и болеем, и болеем. Кто-то преждевременно умирает. Итак, сегодня, друзья мои, хочу с вами говорить на тему тех благословений, которые Бог приготовил в доме молитвы. И вот мы с чего начнем. Начнем мы с нашей памяти. Постарайтесь вспомнить, где в Новом Завете поведение Иисуса Христа не таково, как обычно. Поведение такое, которое вот не входит в рамки даже понимания его характера. В храме? Вспомнили? И хочу я вам показать слайд один. Вот этот слайд изображает картину того, что произошло. Во всех Евангелиях это описано, но я прочитаю вам э, только в двух Евангелиях: в Евангелии от Марка и в Евангелии от Иоанна, потому что Евангелие от Иоанна более полное описывает эту картину, более широко. Но у Евангелиста Марка есть такой момент на который мы сегодня с вами обратим внимание, и мы не можем не обратить на этот момент внимание. Итак, это история, которая описывает поведение Иисуса Христа, и мне кажется, что евангелист, раз евангелисты все эту историю описали, более того, они описывают поведение Иисуса Христа, выбивающиеся за рамки того, как себя Христос вел и как, себя, как себе люди привыкли Иисуса Христа э, воспринимать. Как они при, при, привыкли думать об Иисусе? Какой Иисус? Добрый, любящий, э, какой? Кроткий. Э, там еще помните такое? Льна курящего, кто говорил? По-моему, прошлую субботу кто-то говорил. Да? Льна курящего не угасит трости надломленной не сломает. Вдруг мы видим Иисуса Христа, который заходит в храм. В храм зашел. И такое начал делать, что верующие люди этот момент избегают. Они вообще о нем не хотят говорить. Говорить, чтобы не общую картину не нарушать. Но мы с вами сегодня будем об этом говорить, потому что это важно для нас. Евангелие от Марка, 11 глава с 15 по 17 текст мы прочитаем с вами. И Евангелие от Иоанна, 2 глава с 13 по 18 текст. Итак, давайте прочитаем в начале Марка. Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме и столы миновщиков и скамьи, продающих голубей, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов. А вы сделали его вертепом разбойников. Это первое описание у Марка. И второе, давайте посмотрим, что Иоанн пишет. Евангелие от Иоанна, вторая глава. Приближалась же Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов овец, голубей. То есть, видите, Иоанн более подробно описание дает, что происходило там. «И сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей, «Возьмите отсюда, ибо дом отца моего, не делайте домом торговли». Причем ученики его вспомнили, что написано. «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знаком или знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И на этом повествование мы сегодня завершаем. Кстати, вот это слово вспомнили ученики, Псалом 68, 10 текст. «Ибо ревность «По доме твоем снедает меня. Это написано в Ветхом Завете. Итак, друзья мои, у Яна более подробное описание, но у Марка есть то, что нет ни в каком Евангелии. И мы с вами чуть попозже об этом поговорим. Хочу задать вам вопрос: почему Иисус так себя повел? Почему? И как бы сразу так второе подумайте, а как бы себя Иисус повел сегодня, если бы к нам пришел? Так вот, вду, так подумайте там. Вот к ним он пришел так, а вот к нам бы пришел, как бы он себя повел? А? Ну пока к нам как повел, это так у себя оставьте в голове, там в сердце. Мне важно, чтобы мы поняли, почему его поведение было такое, почему он так себя повел. То есть вы согласны с тем, что то, для чего было предназначено это место, использовалось не по назначению, давайте так ответим. Есть, там не было того, что должно было быть. И это привело Христа возмущение, мощное возмущение. Кстати, я об этом буду, не буду говорить в проповеди, но хочу, чтобы вы подумали, просто так на досуге подумайте. Вы понимаете, что, смотрите, вот Христос для них был такой добрый, нежный, ласковый, добрый, нежный, ласковый, и вдруг, вот понимаете, вдруг Он приходит и... Жу -жу -жу, поведение такое, что вы просто ошарашены. Там, заметьте, не написано, что даже никто не смог отреагировать. Потом только они все убежали оттуда, и потом только опомнились, приходят и начинают ему задавать вопрос. Я хочу, чтобы вы подумали о внезапности. О внезапности и неготовности. И Слово Божье говорит, что и в пришествии его будет то же самое. То есть то, что мы себе вообразили об Иисусе может не соответствовать тому, как это будет происходить и что будет делаться на самом деле. Итак, друзья мои, давайте мы попробуем ответить на вот эти вопросы. Почему Христос себя так повел? Как вы думаете, где находится самая главная святыня во Вселенной? Где? Вот где место, давайте так, где находится во Вселенной место самое святое? Прекрасно. Согласны вы с этим? Там, где Бог, там и святыня. То есть это самое чудесное и святое место, это там, где присутствует Бог. Это где Бог находится. Давайте мы откроем с вами послание апостола Павла к евреям как сказал бы мой дорогой брат, что не доказано, что это послание апостола Павла. Ну, всеми признано так, что давайте будем считать, что апостол Павел послание к евреям, ну, по крайней мере, можно сказать, не имеет значения, кто написал, но оно, это послание есть, и оно богодухновенно. Смотрите, что написано в 8 главе, в 5 тексте которые служат образу и тени небесного. Речь идет о том, когда Бог дает Моисею описание храма, как его нужно строить. Как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скини, то есть к строительству скини, смотри, смотри, сказано сделай все по образу, который показан тебе на горе. Он должен был сделать по образу и тени какого? Небесного. Сделай все, как было показано тебе на горе. Значит, Моисей, слайдик мне нужен, делает скинью по образу небесного, и если мы с вами сказали, что самое святое место там, где присутствует Бог, это на небе, но мы с вами, читая Ветхий Завет, встречаем, что когда Он сделал скинью и ковчег Завета поставил сюда, то на ковчег Завета что там произошло? Слава Божья сходила. Днем был столб облачный, а ночью столб. Огненный. И о чем это свидетельствовало? О чем это говорило, друзья мои? Это говорило о присутствии Бога, о присутствии Бога. Бог присутствовал на этом месте. Иаков в Библии, в книге Бытие 28 главе, 12, стих, 12 стихе, 12 тексте, мы с вами читаем как, он, как Иакову открыто это место, где присутствует Бог. И видел во сне, вот лестница стоит на земле, и вверх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. Что это такое? О чем это говорит? Что происходит? Видит лестницу, и ангелы Божьи сходят вниз и восходят вверх. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего и Бог Иакова. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю и к востоку, к северу и полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». «И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истина Господь присутствует на месте всем, а я...» Какое слово там стоит? «Не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное, что как Дом Божий, а это врата небесные. Дом Божий – это врата небесные. Евреям, 1 глава с 13 по 14 текст об ангелах. «Когда кому из ангелов сказал Бог, «Сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих», не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Итак, мы с вами читаем, что Иакову было откровение, что где дом Божий, там лестница в небо, там дверь в небо. И Бог через Моисея сказал, построй скинию по образу небесного, потому что в скинии присутствует Бог, и Скиния – это место, где присутствует Бог, который посылает ангелов, которые кто? Служебные духи. А Яков этого не знал. После этого, после Скинии, был построен храм Соломона. Помните, Давид говорит, я хочу храм тебе построить. Бог говорит, ты не можешь мне храм построить. По какой причине? Много крови пролил. Бог говорит, но сын твой построит мне храм. Храм строился много лет и был в великолепии своей, своей э, и мощи своей, красоте своей построен. И я хочу прочитать молитву посвящения этого храма. Не всю, чуть-чуть, чтобы мы увидели, что же происходит в доме в Божьем. Что же происходит, то есть для чего дом Божий? Какая цель этого дома? Давайте мы с вами откроем третью книгу царств, восьмая глава, с 37 по 43 текст. Несколько текстов прочитаем. Это из всей молитвы я взял только небольшой участочек, отрезочек, чтобы мы могли увидеть, что же Дом Божий делает, то есть какой смысл. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его на земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму всему, ты услышишь на небе с места обитания твоего и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его. Ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя – во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим, если и на племенник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой. И придет он, и помолится у храма твоего. И 3 царств, 9 глава, 3 стих. Бог отвечает э, Соломону, и сказал Ему Господь: Я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветил храм сей, который Ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое. Там во все дни. Ответ Господа. Любой дом, который строится, он называется домом... Вы читали вот такие вывески? Дом молитвы. И вот вывеску нашел. Нашу адвентистку не нашел, баптистку нашел. Дом молитвы христиан. Что здесь происходит? Богослужение и исследование священного писания. Богослужение и исследование священного писания. В богослужение входит молитва. То есть молиться, дом молитвы. Итак, друзья мои, мы с вами видим, что Бог создал или при участии Божьем, до молитвы, про который Соломон говорит, что небеса не могут вместить тебя. Но тем не менее мы строим место, которое Богом освящено. И это место для того, чтобы мог приходить туда любой человек, даже язычник, даже не христианин, мусульманин, египтянин, я не знаю, кто там по национальности, но он приходит в Дом Божий, если ему, у него проблемы, если у него теснота, он обращается к Богу, и Бог его слышит. Так написано. Так говорит Слово Божье. Две реакции мы встречаем. Евангелие от Иоанна, вторая глава, которую мы прочитали с 13 по 18 текст открывает нам две реакции. Как люди реагируют на то, что мы с вами сейчас прочитали о Доме Божьем. Что люди себе представляют о Доме Божьем, когда мы говорим ⁇ Дом молитвы ⁇ Домом молитвы наречется для всех народов. Первая реакция. Что ученики подумали, когда Христос начал э, веревкой там всех выгонять? Какая, что они подумали? А? Вспомните, что они сказали, что им, какая мысль им в голову пришла ученикам. А что там написано? Ревность по доме твоем снедает меня. То есть первая реакция людей, которые в этом доме находятся, они верят, что это дом молитвы, они верят, что это место для того, чтобы человек мог приходить и обращаться к Богу. Вторая реакция. Чем Какое Все там знамение, чем докажешь, что ты имеешь власть? Чем докажешь, что это так? Что вот мы здесь, мы здесь что хотим, то и делаем. Чем докажешь, что ты правильно нам говоришь? То есть две реакции. Главное, ученики Иисуса, а кто отреагировал? Чем докажешь? Не иудеи, там написано. Кто, кто именно? Ф, ф, как их зовут-то? Фарисеи, да и законники. Итак, второй надо вывод сделать. Дом молитвы это дом особых отношений между Богом и человеком. Этот договор заключен еще с Авраамом. Этот договор заключен с Моисеем и с царями, что всеми не твоем благословятся все народы. И мы видим, что это, э, тот договор и ныне существует, что когда строится дом, то его посвящают. Совершается особая молитва, посвящение дома, и он называется этот дом – дом молитвы. Но мы же можем быть неграмотны, правильно? Дом молитвы. Дом, посвященный дом. Вот здесь это место это что? Дом молитвы. А как себя вести-то в доме, где мы с вами сказали, что здесь присутствует Бог? И Он говорит, я заключил договор, я буду на этом месте. А, он, а как себя вести? От нашего поведения в этом доме. Зависит много чего. Или рядом пенициллин, или рядом могилка. Итак, друзья мои, я не хочу никого, э, как сказать, ну, представляете, все мы пришли из мира. Кто, здесь есть те, кто родился в церкви, э, уже, я не знаю, есть тут дети, чьи родители верующие. С детства в церковь ходили. И вот они с папами, с мамами ходили, они не знают, что там в мире происходило, не знают культуры этого мира, но тем не менее, если в церкви не возникла, в молитвенном доме не возникла культура правильного поведения, то и они будут неграмотными. Поэтому я не хочу никого осудить, я никого не осуждаю. Я хочу, чтобы вы это поняли. Нет ни одной мысли даже судить, потому что все мы невежественны в отношении того, как себя вести в Доме Божьем. Есть, конечно, люди, которые грамотные, я ничего не говорю, они вежественные, и они знают, как себя правильно вести. И да, хвала Всевышнему, пусть Господь их благословит. Но мне почему-то тоже охота благословений кусочек. И поэтому, друзья мои, я хочу вместе с вами посмотреть, как же мы должны себя вести. Первый вид поведения, как люди ведут себя, и он очень ошибочный, они этого не понимают. Они считают, что в храме надо себя вести вот так. В Доме Божьем главная тишина и благое, такое святое, я не знаю, ну, у меня даже не получается так сделать, святое благоговение. Вопрос, а что такое благоговение? Что значит быть благоговенным? В Библии описано, Иаков говорит в первой главе в 26 тексте, смотрите, что написано. «Если кто из вас думает, что он благочестив думает и не обуздывает своего языка, он обольщает свое сердце, у него благо, благочестие какое там написано? Пустое. Пу, пу, мыльный пузырь. Знаете, я так и называю фарисеи и садукеи. Поведение фарисеев в храме, оно вот такое. Как вот картинка. Еще раз покажите мне. Кто такие фарисеи? Книжники фарисеи лицемеры. Кто такие? Бабушка что говорит? Приходи в церковь узнаешь. Кто это такие лицемеры фарисеи Ну, Тоже вне церкви их нет. Вот пришел в церковь, увидел, познакомился с ними. Что это такое? Как знаете, какая? Основная фраза у фарисеев. Какая главная фраза фарисея? Павел говорит: пустое благочестие, если язык свой не обуздываешь, какая у них фраза главная у фарисея? Молодцы. Правильно. Главная фраза фарисея вот такая. Я не таков. Вот пришел человек в церковь, сел вот так на скамеечку, сидит смиренно, глазки опустил, ручки сложил, ножки вместе держит. Кто-то там шумит, кто завозился, он такой смотрит на них и думает, грешник ты, я не такой. Понимаете? Пустое благочестие. Сейчас я вам покажу, что написано в Ездре, в 6 главе 16 тексте. Ездра, Ездра, пророк Ездра, 6 глава 16 текст. И совершили сыны израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившись из плена, освящение всего дома Божьего. Кто открыл вместе со мной Ездру 6.16? Руку поднимите, кто быстро открыл. Саша, какое там последнее слово написано? С радостью. Вы понимаете, что отличается? Uh, 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 вот это от этого. И еще я текст вам прочитаю, Псалом 99, 4 текст. «Ходите во врата его со славословием, в дворы его с хвалою, славьте и благословляйте имя его». А еще вы найдете о том, что Бог говорит, что приходит ко мне с унылым лицом, не принимаю того. А еще вы найдете всегда и а еще там дальше что называется? И непрестанно молитесь. А дом мой, как называется? Дома молитвы. Итак, вы видите, что в молитвенном доме не чопорность должна быть, а радость. Понимаете? Итак, Исаия 61 глава 3 текст что Бог говорит народу своему? «Возвестите сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Вы представьте, мы приходим на место, где присутствует Бог. И у меня просто вопрос возникает – есть ли для меня, говорит Господь Бог, что-то невозможное? Я такой несчастный. Мне так все плохо. Жизнь мне надоела. Жить не хочу. Друг мой, ты пришел в дом молитвы, и ты не понял, для чего ты пришел. И кто здесь, в этом доме, учредитель этого пира, пиршества? И дальше мы с вами читаем, что вот где мы неграмотны, то есть что мы делаем неправильно, что мы делаем неправильно. Что эта картинка вам говорит? Чем занимаются люди в молитвенном доме? Ну не только знаете так язык, у меня тело без костей или у меня мясной язык или кости у меня мягкие? Язык все время, знаете, вот, что-то говорит и говорит, говорит и говорит, говорит и говорит. Давайте мы с вами прочитаем Исая 58 глава, 13 стих. Можно говорить. Радость-то нужно же как-то выражать. Не только эмоции на лице должны быть, но и в вашей внешности, в по поступках, поведении. Исая 58, 13. Если ты удержишь ногу твою, ради субботы от исполнения прихоти твоих. Во святой день мой, и будешь называть субботу от Раду и святым днем Господним, чествуемым, почетешь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. 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 И сейчас мы с вами, почему я вам сказал, для чего я выбрал Евангелие от Марка? Потому что в Евангелии от Марка четко прослеживается именно вот это пустословие, болтовня в церкви. Почему она не должна быть? Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 11 глава, 11 глава, с 15 по 17 текст. С 15 по 17 текст. И там записано, найдите, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Вы услышали, что вот ни у кого другого евангелиста этого нету, а у Марка есть. Почему это есть у Марка, сейчас нам нужно с вами разобраться. Я не думаю, что мы, можем, мы будем обращать внимание, потому что и Саша говорил на эту тему. Слайдик мне нужен о том, что, что происходило в храме, почему Иисус выгнал их и назвал их дом торговли. Домом торговли. Не включается. Слайд, слайд, мой слайд великий и красивый. Где мой слайдик? Дело в том, что даже это место в храме где происходили вот эти обмены, назывался двор для язычников, там шум гам был, и там происходил обмен всех, называлось, называлось, это место рынок Анны. А кто такой Анна? Помните, первосвященник, весь этот рынок относился к его семье, то есть это был бизнес поставленный такой, и там бизнес происходил. Но если сделать для себя, как бы я делаю вывод на сегодняшний день, что это, нас, как это может касаться? А вот это тогда, когда мы в церкви сами собираемся, и в нас есть такой дух объегорить, облапошить, обобрать, обмануть ближнего своего. Знаете, я вам говорил, как на юге я вырос в атмосфере улицы. И на улице у нас вот так было. Обдури ближнего, а то придет дальний обдурить тебя. Понимаете? То есть вот, философия этого мира была такая. И вот иногда люди приходят в церковь, и их заботит только одно – получить из Дома Божьего что? Прибыль, наживу, наживу. Есть много людей, братья и сестры, и я хочу хвалу Всевышнему воздать, которые приходят и, и, и как вот эта бедная вдова отдают последнее, правда? которые Христос это даже может быть немного средств, но Иисус на это указывает, что эти люди отдают от чистого сердца и отдают дневное пропитание. Это дорого для них, что они отдают. Есть много людей, которые в дом Божий несут, но есть много также людей, которые из дома Божьего. Вы понимаете, там же они ж, они же не в самом доме брали. Они же брали от кого? От того, кто в дом приходил. Понимаете? Они оббирали ближних. Ну, так можно понять. Почему Христос и сказал, что это вертеп разбойников? Вертеп. Он говорит о том, что люди сделали вертепом. Они не понимают предназначение дома молитвы. Братья, включите мне слайдик мне нужно о нем рассказать. Вот он, этот храм, который построил Ирод, он назывался храм Ирода. Величественное сооружение, огромное сооружение. Вы знаете, что он строился по частям, то есть медленно. Вначале была вот эта часть построена, потом вот эта, это на вершине горы было, потом вот эти были стены возведены, и потом вот эти. Некоторые части фундамента этого храма были более 120 метров глубиной. Вы представляете, какое грандиозное сооружение? И стена у него, у этого храма была более километра сюда, более километра сюда. И вот здесь вы видите тропинки. Дело в том, что в храме были ворота на три стороны. Сюда, сюда и сюда. В три стороны были ворота. И вот вы идете, тут двор язычников, к примеру, и вот вы идете в ворота. Зачем вам обходить храм? Круголя написано 4 километра. Если можно взять вещь, вы несете фанерку какую-нибудь там, или, не знаю, досочки, или с осликом идете. Сюда в ворота вошел, трун -трун 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 -трун, и отсюда вышел. Понимаете, о чем Христос говорит? И не позволял, чтобы кто что-то проносил через храм. Проносил какие-то вещи. К тому же, там же, тут же язычники, что, они себя все равно ничего не соображают, что там с ними... Там бленит, это, и там под шумок. -р 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 прошел и пронес. Через храм Божий. Если я сегодня анализирую, то получается так, что Христос говорит, Он запрещал, чтобы кто вносил что-то свое в Дом Божий. Вот Дом Божий создан для того, чтобы Дом Мой назывался Домом Молитвы, для всех народов, а вы сюда вносите то, что здесь не должно быть. Миша в эту пятницу проповедовал, потом кто-то еще об этом говорил, что раз при ссоры, помните, ссор внес, мусор внес в этот дом молитвы, свое представление о Боге внес в дом э, молитвы, свое представление о жизни внес э, в дом молитвы. Я считаю, что прелюбодействовать можно. Внес в дом молитвы. Я считаю, что можно братьев обдуривать. Можно? Нет, Бог говорит, дом не для этого создан. Не для того, чтобы ты пришел и сказал, так, брат, слушай, это бизнес хочу с тобой устроить, давай, 50-50, 50 на 50, дело есть, классно, давай провернем. Да не для этого дом молитвы создан. Поэтому Христос и пришел в это возмущение, что связал веревки эти и разогнал всех оттуда. Разговоры вот эти: вносить, пустословить, вносить то, что не молитва, то, что не Бог, то, что не святое присутствие Божие, внести, пустословить, говорить о чем? Привет! Как дела там? Матрона, нормально. Ну как у тебя там участок? Замечательно. О, если бы ты видела, какая у меня нынче свекла выросла. Или там, у меня, а у меня. Мне дочка шкаф подарила там, я как-то слушал, одну сестру попросили там поделиться, рассказать, что чудесного у нее произошло, и она как начала рассказывать, как у нее курочки несутся, как у нее там гусечки там пасутся, и я, я вот думаю, неужели дом Божий для гусей там каких-то там, картошки какой-то, вот что возмутило Христа. Поэтому, братья мои и сестры мои, от невежества народа Божьего народ может погибать. Если ты пришел в дом Божий, в дом молитвы, разговоры твои должны быть о церкви, в которой находится Бог. О Боге для которого нет ничего невозможного. И если ты приходишь и говоришь, у меня я работы не могу найти, и я тебе говорю, какие плохие начальники, какие они уроды, я тебе сочувствую, я полностью с тобой согласен. Друг мой, ты не о том говоришь, ты должен сказать, давай мы с тобой помолимся. Пошли к пастору подойдем. В конце будет молитва. Давай записку напишем. Давай обратимся к Господу. И вот, вы знаете, я вам хотел сказать, вот сколько молитв с этой кафедры прозвучало за нужды, которые вы озвучивали, и я не видел ни одной, чтобы не исполнилось. Вы понимаете, насколько Бог добр, дом мой, дом молитвы. И Бог Соломону сказал, все, что будете просить, я отвечу на ваши нужды, на ваши молитвы. Так для чего дом Божий нужен? Почему нужно здесь молиться и почему Бог отвечает на молитвы? Почему Бог творит чудеса, друзья мои? А дело вот в чем, вот в чем дело. В Новом Завете в отношении чуда, когда Бог отвечает на молитву или делает какое-то чудо, исцеляет, воскрешает, там э, дает какому-то человеку возможность быть успешным в жизни. Используются три греческих слова, переведенные на русский язык. Вы читаете чудо, чудо, чудо. Три греческих слова. Какие? Первое слово. Террас. Это просто, когда что-то произошло, что удивило вас настолько, что у вас рот открылся. Знаете, вот увидел человек, и у него... А, батюшки, вот это да. Если вы в YouTube залезете, там есть ребята, которые по воде ходят и не тонут. Я смотрел одного бегуна, он разгоняется и бежит около 100 метров по воде, не тонет. У него так быстро ноги работают, то есть не тонет. И все смотрят: о, ба, вот такое есть чудо. Второе есть чудо. Слово греческое дунамис. На что похоже? А? динамит. Сила – это когда произошло событие, которое вы конкретно вы увидели и можете сказать, реально, это, 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 сделано не человеческим усилием, это сделано ну, за пределами понимания. То есть вы видите, что это какой-то силой совершено. И третье слово, третье слово. Это слово использует чаще всего Иоанн, Почему я и взял его Евангелие от Иоанна? Это слово переводится как «семепон», переведенное «чудо». Или это слово можно перевести «знаком и знамения». Поэтому в Евангелии от Иоанна оно переводится, вы встречаете, «знамение», «знак». Даже вот мы сейчас прочитали, они ему говорят, какое знамение, в другом бы Евангелии, какое чудо, Понимаете, а в Евангели... у Евангелиста Иоанна написано вот это слово Семеон, знак. И это слово имеет следующее значение, о чем оно говорит: Знамение говорит людям не о том, что сделано, а говорит о том, кто это сделал, открывает его характер, его природу. Через Его поступок, То есть через Его действие, вы видите, что Он из себя представляет как личность. Поэтому, когда Иоанн говорит: Иисус совершил там чудо, накормил э, де, людей, рыбами и хлебом там тремя хлебами там или тремя рыбами двумя хлебами. Он говорит о том, чтобы в греческом языке сказано не о том, чтобы посмотрели, сколько людей съело и что рыбы столько стало, а чтобы посмотрели на то, что они насытились, что они были голодные. То есть показывает, какой он добрый Иисус, какой любящий. То есть вот это слово оно означает не чтобы вы смотрели на то, что он сделал, а то, кто он, кто он. Так вот, братья мои, и сестры мои. Дом молитвы, наши молитвы, обращения к Богу и ответы на молитву приходят не для того, чтобы мы говорили, какое великое чудо совершено, а чтобы мы смотрели на того, кто это делает, смотрели на характер того, кто здесь присутствует. И это и есть основное или основное предназначение дома молитвы увидеть характер того, кто здесь царствует и кто отвечает на молитвы. И если мы с вами как верующие люди, будучи просвещенными будем приходить в дом молитвы и не на редиску с помидорками, смотреть, а смотреть на того кто здесь присутствует, я вас уверяю. язва, не приблизиться к жилищу твоему. Только смотреть будешь очами твоими и видеть чудеса Господа. Смотрите, что написано. Исайя 56, 7 стих. Я приду к святой, э, приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов, чтобы любой человек пришел сюда и услышал, о чем вы говорите. И он поймет, что это за дом. И он никогда не скажет, что вы секта. Он скажет, это люди, которые чтят Господа, а евангелист Матфей в 11 главе 28 стихе говорит, передавая нам с вами слова Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бог хочет, чтобы мы радовались, славили Его имя, знакомились с Его характером и приглашали в этот дом все, народы. Помолимся Господу, попросим благословения. Наш Отец Небесный, помилуй нас по великой милости и любви Твоей. Прости нас, Отец Небесный, за неграмотность и неведение наше. Просим Тебя, Отец наш, благослови нас, Твоих детей, приходя в дом Твой, как Мария искать лица Твоего. Помоги нам действительно освободиться, остановить наше сердце, мысли наши от суеты земной. Огради наши уста, Господь, наш разум, от влияния этого пустого, пустословного, который в себе ничего не несет. Но благослови нас, Господь, детей Твоих, видеть красоту Твою созерцать, Господь, славу Твою, видеть величие Твое, видеть могущество Твое, видеть, Господь, милость Твою, благость Твою, человеколюбие Твое и доброту Твою. Благослови, Отец Небесный, нас преображаться, как написано в Слове Твоем. Дом Твой, дом молитвы. И мы, дети Твои, приходим созерцать славу Твою. И Слово Твое говорит, созерцая славу, преображаться преображаться, как от Господня Духа, написано, от славы в славу, обновляться умом нашим, сердцем нашим, чтобы походить на Спасителя нашего, на Создателя нашего. Да будет имя Господь Твое благословенное, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Велик наш Господь, не правда ли? И как хочется понять, сколь Он велик. Я приглашаю вас славить Господа пением гимна 248 «Земля трепещет». Очень красивый, содержательный гимн. чего курения предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов к чему огни не я светит Зажег над вашей головой. неяль как искры из Бросаю звезды в мрак ночной. Мне нужно сердце, чилище злато, И воля крепкая в труде. Не нужен брат, что любит брата. Нужна мне правда на земле. Аллилуйя. Я передаю микрофон пастору для молитвы. Мы с вами договорились сегодня, что мы перенесем молитву за миссию нашей церкви в конец нашего служения. И у меня есть предложение для нас сегодня с вами помолиться не только о наших близких, родных, тех, кто просил молиться за него, за исцеление, за здоровье, за духовное восстановление, но также помолиться, друзья мои, в молитвах по парам за власти, которые в нашей стране есть за решения, которые они принимают, чтобы они принимали их всегда с благословением Господним, обдуманно и взвешенно. Помолиться о миссии нашей с вами общины для этого мира, чтобы мир был приготовлен к славному, скорому, внезапному пришествию Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, приглашаю вас по парам, по два, по три человека, в тихих молитвах обратимся к Господу. В конце будет молитва благословения. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь.